Накануне в Актобе прошла научная конференция, посвященная Сартай Батыру. Имя казахского воина стало широко известно общественности относительно недавно. Последние годы историками ведется активная работа по изучению жизненного пути Батыра. Наш корреспондент продолжит тему. Ученые по сей день собирают сведения о жизни и деятельности Батыра. На сегодняшний день точно известно, что Сартай Батыр участвовал в Аныракской битве, в ходе которой войскам джунгарских завоевателей было нанесено сокрушительное поражение. Это был не только великий военный деятель. Сартай Байжан-Оло стал известным бием рода Алим. Прошло 300 лет, и вот в суверенном Казахстане воздвигается памятник в честь Сартай Батыр и Жаужюрекмбала. Названа улица, бывшая центральная сейчас Сартай Батыр, это по Хромтауской трассе. И это очень знаменательно, что это все происходит накануне 300-летия Аныракайской битвы, исторической битвы, когда наши предки отстояли эти земли, границу наши от нашествия джунгаров и калмаков. Сегодня научно-теоретическая конференция, приглашены гости из Алматы, из Кызылординской области, из Уральской, Западно-Казахстанской области, из Мангыстауской области. Прошлого года я случайно стала вот в русле этих событий, да, и вот через год я выпустила книгу «Сартай Батыр Жаужюрекмбала». На конференцию были приглашены писатели, представители общественности, а также потомки Батыра, в их числе Ерсаин Абдельдаев. Он рассказал о начале инициативы по исследованию истории Батыра и о том, что от легендарного предка сохранился Коран. Священному писанию, предположительно, больше 300 лет. Реликвия передается из поколения в поколение. Приехали с Кызылординской области, с Алматы, с Сапюн, с Шалхара. С Мухаджарского района, хочу сказать, что молодежь взяли не только моего, нашего деда, прадеда Сартай Батыра, всех батыров, начиная Бугенбая Батыра, Есет Батыр. После конференции вниманию присутствующих представили театрализованное представление на историческую тему. Зарина Удба, Мирижан Аманжолов, телеканал Актобе.